Сегодня речь пойдет о сетевом шуруповерте Skill двухскоростном. Быстро, медленно, с ограничителем усилий, все как полагается. Ну, чтобы дотянуться уже куда угодно, комплектуется 6-метровым проводом. В целом шуруповертик в принципе неплохой, но неплохой он, я считаю, лично я считаю, что неплохой он только для быта. Для работы лично себе я бы не брал однозначно. Есть в нем один косячок. Сейчас нароем. Так, ну кнопка самая обычная. Переключатель тоже самый обычный. Лишних демагогий, сейчас постараемся перейти непосредственно к косяку. Так, что я лишнего достал. Значит, сразу, во-первых, минус, что патрон идет без фиксации, без блокады. Ну, не патрон, а редуктор. То есть в Makita 681, который мы рассматривали, была блокада патрона. То есть нет проблемы с зажатием заготовок. А здесь как бы... Значит, двигатель здесь, в принципе, меняется удобно. На быстросъемчиках, то есть дернул и все откроется, отключится точнее. Вот, а вот и непосредственно косяк, шестеренка привода. Она у нас идет пластиковая, как все, я думаю, уже заметили. Вот. Новая, вот дохлая. Ну, я не говорю, что эти шуруповерты вообще не ходят. То есть, если для дома, если без перегрузки работать, то они будут работать нормально. Но как только какой-то перегруз серьезный, вот что с шестеренкой становится. Вот, то есть я конкретно с этой проблемой столкнулся, поэтому решил, ребят, показать вам. Помимо этого, сильных косяков, как бы, честно говоря, и не было. Один раз, я помню, у меня еще, да, приносили, что просто-напросто здесь выгорел предохранительчик. Ну, то есть, естественно, его перепаял и дальше работает. То есть из серьезных косяков только шестеренка. Так, в принципе, шуруповерт нормальный. То есть, если вы будете такой брать... Просто смотрите, чтобы вы просто не перегружали его. То некоторые думают, что взял шуруповерт, берешь вот такой длины сверло, блин, вот такой толщины и пошел сверлить. Вот. Ну и опять же, раз раскурочили, придется собирать. Опять же, на быстросъемчиках таких, на защелочках точнее. Попасть шестереночкой бы еще куда надо. Так, ну естественно ставим все, чтобы в пазики вошло. Здесь под эти ферритовые кольца есть посадочные места. То есть их тоже в гнездышки засунули. Отгибаем чуть-чуть рамку, чтобы она болтику не мешала этому. Вот. Ну, потом ставим на реверс. Это то, что кинцы как-нибудь. Ну опять же, после того, как собрали, всеми этими штучками пощелкайте, а потом уже только закручивайте болты. Ну что, придется опять скручивать. Эх. Ну и по традиции покажу, что я ни хрена не сломал. В одну сторону, в другую сторону. Медленно было, быстро. Все как полагается. Все пашет. Вот. Так что подписывайтесь на мой канал, комментируйте видео. Ну и хватит.